В эфире «Утро Карачаево-Черкесия» на телеканале «Россия». Всем доброе утро! И начинаем последний день лета с погоды. В Карачаево-Черкесии без осадков, ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 10-15, в горах до плюс 10, а днем 28-33 градусов тепла и местами до плюс 26. В северных и южных районах местами чрезвычайная пожароопасность 5 класса, а в южных и центральных местами высокая пожароопасность 4 класса. В Черкесске без осадков, ветер восточный 6-11 метров в секунду. Температура ночью 11-13, а днем 30-32 градусов тепла. Общественный совет при МВД по Карачаево-Черкесии совместно с полицейскими продолжает принимать участие во всероссийской акции «Помоги пойти учиться». В преддверии нового учебного года полицейские дарят праздничное настроение юным жителям республики. Они прилагают все усилия, чтобы ни один ребенок не остался без внимания и подарка. Сотрудники полиции, члены общественного совета при МВД и уполномоченные по правам ребенка республики в торжественной обстановке вручили детям, попавшим в трудную жизнь, ситуацию, канцелярские принадлежности, набор для творчества и школьные ранцы. Организаторы мероприятия поздравили ребят с предстоящим Днем знаний, пожелали им здоровья, успехов в учебе, много новых интересных открытий. Подобные мероприятия на территории региона в рамках акции продолжаются. Акция МВД России «Помоги пойти учиться» проводится в целях обеспечения занятости и реализации права на образование несовершеннолетних, оказание содействия семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации, предупреждение безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. В рамках акции сотрудники полиции во взаимодействии с органами исполнительной власти проверяют семьи, состоящие на учете, выясняют, все ли дети из этих семей готовы к началу учебного года, и предпринимаются меры к тому, чтобы все, кто должен быть за партой, вернулись к учебному процессу. Особое внимание уделяется первоклассникам. Кроме того, МВД России и его территориальными органами проводятся мероприятия благотворительного характера, в частности направленные на обеспечение нуждающихся семей детской одеждой, обувью, школьными принадлежностями, чтобы ребенок не чувствовал себя некомфортно среди сверстников и ничто не мешало ему получать знания, быть занятым. Данные мероприятия традиционно поддерживают органы власти, общественники, частные лица, предприниматели и средства массовой информации. Новый информационный день продолжает свое вещание на телеканале «Россия». Ровно в 9 смотрите «Вести» на абазинском языке. Затем также программы «Абазинская редакция» в 14:30 «Вести» Карачаево-Черкесия с Аллой Динаевой. Всем удачного дня и встретимся завтра.